Проведение досрочных выборов в Мажилис позволит сэкономить и время, и деньги, отметил глава государства в своем обращении к народу страны. Президент призвал казахстанцев принять участие в голосовании, еще раз проявив сплоченность и единство. Завершив политическую кампанию, необходимо перейти к практической реализации мер по преодолению экономического кризиса. Об этом говорит и общественность страны. Я думаю, что это очень правильное решение. Выборы – это своего рода проявление акта конкурентной среды, именно политической жизни нашего общества. Это проявление своего рода акта демократии, когда разные политические партии сегодня имеют возможность участвовать в выборных кампаниях.